Всем доброго времени суток. Получил сегодня от Китая посылочку очередную. Оценена 3,19. Так как я и платил за нее. Шла где-то месяц с копейками она. Ну, по времени нормально прошла. Посмотрим, что здесь. Так, это у нас пришел мультимер. Мультиметр. Правильно называется. Или просто народный тестер. Так у нас говорят. Все запечатано в пленочке. Вот. Инструкция. Инструкция у нас на английском. Думаю, может, разберемся. Не так переведу через переводчик. Ну вот наш сам тестер. Будет без аккумулятора. Без батарейки. Скорее всего, сейчас распечатаем его. Предыдущий свой тестер я спалил. Думал его промонтировать, да. Посмотрел, что выгоднее из Китая заказать новый, чем тратить время на ремонт. Запечатали, конечно, хорошо. Аккумулятор есть, крона сюда поставлю, потом налипла пленка. Ну да, вот. Без питания не работает. Поставлю питание, посмотрим, будет работать. Нет. Это вот у нас провода такие. Что сюда, где включать? Это заземление. Черное заземление у нас. Вот. Это нагрузка. Короче, сперва разберусь, потом уже буду тестировать что-нибудь. Сейчас я посмотрю. Так, отвертка. Такая вот плата здесь. Сейф. Сбегаю сейчас за питанием.
Принес я питание, слагомера вынял, аккумулятор. Такой вот, вроде еще не подсел, 9 вольт. Сейчас включим, посмотрим. Так. Что положить? Чтобы не закоротить ничего. Так, питание у нас залезло. Сейчас закручу назад его. Провод попался. Аккуратно вот, чтобы этот провод не передавить. О, сейчас уже закрыли. Закрываем, все закручиваем. Ну вот сейчас. Так. Тестер наш работает. Поставим на 20 вольт постоянного тока. Сейчас проверим. Вот такие вот аккумуляторы у меня это. Сейчас их проверим нашим тестером, что он покажет. Так. Вроде видно. Подсоединяем минус сюда. Сюда плюс. Что-то не показывает, наверное, не туда подсоединил. Переключим плюс сюда. Так. О. Наш тестер работает. Обошелся он мне всего лишь $3. Вот, 3,19. Мои свои функции будет выполнять. Вот аккумулятор. Вольт 32. Проверим китайские аккумуляторы такие. Наверное, то не очень эти аккумуляторы. Но на фонарик-то куда годятся? О. А здесь всего вольт 1,19. Сейчас я приподниму, чтобы видно было. Вот. Так. Что-то подсоединилось. Вот. Вольт 19. Это по новейшее покупал. Тоже китайский. С Китая заказывал. Но не по качественнее эти GP. Показывает вольт 33. Хотя уже и лежали довольно приличное время. Все равно держит свой вольтаж. Ну, думаю, для любительского пользования можно заказывать такого тестерчика. Ссылку на
покупку, где покупал, я оставлю под видео. Кому было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, до свидания.